В Тверской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника прокуратуры. В этом году, 12 января, будет отмечаться 298-летие российского ведомства. По этому случаю губернатор Игорь Удыни приехал поздравить сотрудников прокуратуры и вручить благодарности лучшим специалистам. Глава региона подчеркнул, что в 2019 году прокуратура Верхневожья внесла важный вклад в реализацию национальных проектов. Ответственный подход прокуроров к вопросам защиты прав граждан, дисциплинируют чиновников любого ранга и помогают в работе правительства Тверской области. Благодарю вас, Сергей Борисович, сотрудников, ветеранов прокуратуры за принципиальную профессиональную работу, за преданность и верность традициям ведомства. И нам очень важно, что сегодня приоритет закона и права в работе прокуратуры налагает на всех нас особую ответственность.